Мы, на самом деле, очень волновались, что мероприятие не состоится. Эта церемония несет в себе максимальную ценность после такого перерыва. Во-первых, это, наверное, был самый серьезный квест, потому что из-за пандемии мы впервые попросили партнеров делать тесты заранее. Кто-то не смог, кто-то вот буквально уже на подходе получил отрицательный тест. И тем эмоции людей, которые все-таки попали сюда, они сильнее. Друзья, я поздравляю вас с тем, что вы победили в 2021 году. Желаю, чтобы 2022 год стал для вас еще более победоносным и еще более успешным.